важные события из жизни большого города. Эти стройные ряды спецтехники призваны очищать Самару от снега и защищать от наледи. Новые и современные железные бойцы выстроились как на параде. КАМАЗы, тракторы, автогрейдеры, погрузчики, снегоуборочные машины и еще десятки видов спецтехники. В преддверии холодов на площади Куйбышева прошел общегородской смотр зимней техники. Каждое муниципальное предприятие продемонстрировало модификации имеющихся спецмашин. Готовность техники к зиме проверили глава Самары Елена Лапушкина, первый вице-мэр Владимир Василенко, а также руководители профильных департаментов. Понимаем, что со дня на день будет первый снег, поэтому разговаривал сейчас с руководителями всех предприятий. Все абсолютно доложили о том, что они переоборудованы, что они готовы к работе в зимний период времени. На площади Куйбышева экспонируется 158 единиц техники. Всего в арсенале городских структур грядущей зимой свыше 500 единиц. В Ленинском районе 264 тысячи квадратных метров механизированной уборки, 261 тысяча ручной уборки. На 51 управляющую компанию 18 единиц техники, 175 дворников. Большинство спецмашин многофункциональны. Мы зимой делаем, у нас сезонности нет, мы выполняем все работы круглый год, то есть промывка сетей, очистка колодцев. Есть круглогодичные трудяги. При несложных манипуляциях с навесным оборудованием они преобразуются из машин для летнего содержания в спецтехнику, способную убирать город от снега и наледи. Переоборудование техники началось в октябре. Все проверили, где необходимо, отремонтировали и переобули технику. У нас готовность техники 100%, к зиме готовы. Представлена здесь снегоуборочная техника, это МТЗ, погрузчики, грейдера, МДК. Она универсальная, она работает и летом, и зимой. То есть летом мы содержим автомобильные дороги, мы поливаем, то есть моем прилотковую часть. Зимой, то есть убираем снег с проезжей части, обрабатываем реагентами. Дополнительно предприятие заключает договоры на привлеченную технику, которая в период обильных осадков будет вывозить снег на полигоны. К тому же скоро автопарки муниципальных предприятий «Спецремстрой», «Зеленхоз», «Благоустройство», «Самарская набережная» и МАУ «Парки Самары» пополнятся новой техникой. Новая техника будет в этом году закуплена для содержания дорог. Стандартные машины дорожно-коммунальные, плужно-щеточные погрузчики, как большие, так и маленькие, малая механизация для содержания тротуаров, будут закупаться лаповые погрузчики для погрузки. Также будет закуплена техника для содержания катков. Итого 41 новая спецмашина. Основной объем новых единиц техники для зимнего содержания должен поступить до 15 декабря. В это время в нашей климатической зоне часто идет снег, а значит, надо наращивать силы и средства для уборки территорий. Оставшаяся партия спецмашин должна быть доставлена в январе. Это техника для ледовых катков. А также в феврале. Это дорожные пылесосы и машины для аварийно-ямочного ремонта. Уже заготовлены все необходимые противогололедные материалы. Завершается подготовка муниципальных снежных полигонов. В этом году их 4, готовых принять свыше 900 тысяч тонн снега.